Genshin Impact. Ролики про Яку. Три штуки. Видимо, это все, так что просто все ролики про Яку. Вот. Кенжитсу-то-ва. Снавачи сонген но катачи. Иши но араваре. Катана о муц моно но кокоро ва. Фотосъемка. その人たちは雷のように素早く氷のようにビリシクある極限に達した時ただ一振りするだけで決着がつくそれが母の言葉でしたかねてより異教の剣術を学びたかったのですよろしければお手合わせ願えませんか Ну, это, да, напирает на элегантность. Трейд немножко проседает, правда, из-за перезаписи. Сасуга ва ожо. Айкаваразу чинаяка де калейна угоки. Дакедо, чикара га хайри сугитеру. Коре жа кега о сасеру каносен. Чикара деска? Не, мне, ну, как бы, конечно, обидно чуть-чуть, но я просто на всякий случай говорю просто вам. Ну, не вам, там, если кто не знает, почему я так смотрю. Мы не дрались. Мы, правда, не знали. Довольно красиво. Опять же, основную тему персонажа видно и понятно. Шабугё ва фудан Мико-сан тачи но синджи о тецдатте имас. Соре то буйо надо но гей ни кавару канри мо. Ие но осие ниори осанай коро кара эйги сахо. Ну, о чем я и говорил, да, то есть, и это еще сильнее, потому что у них еще, мало того, что она из просто благородного дома, так еще у них направление культурное. Сёга. А, каллиграфию забыл, конечно. Саду. Да. Кенджитсу манэнде кимашта. А, Ширасаги но химегими. ええ、あなたもご苦労様です。これは。ええ、祭りで被るお面です。ほら、もうすぐ開催されるでしょ。ああ。ну, понятно。奉行府に戻ると、しばらくは楽にできますね。 Появилось желание, видимо. いつお買いになられたのですか?しかし、神里家の長女として。あ、もちろん、お祭りには行ったことが。お互いに身分を隠していきませんか? А, Саято? А, понятно. Нет, я так понимаю, уже после праздника, типа, на котором мы были. Видите, маски-то две, наверное, это одна наша, другая ее.
Ну, да-да, наверное, логичный, что, наверное, с братом. То есть, как бы, эти события до, видимо, а эти уже после. Камисатоке-но-шикумэйо-шабу-гё-но-омони-ва-о-ни-сама-га-хитори-де-сэ-о-бэки-моно-де-ва-аримасэн. Вот уже показывают. Видимо, придумали уже. Ну, Цубаки. Опять же, учитывая имя, из истории имеет смысл, это важно. いつか夢から覚めます。 神里流の剣術は空想が現実を織りなす四つ矢と雷がごとく хотя, опять же, они все больше и больше, этот 2D Life, анимируют. Ну, там уже, это опять же, прогрессию. Там, типа, уже, видимо, ну, не видимо, это пока финальная, ну, их возможность. Я все же сейчас в прогрессии смотрю, поэтому оцениваю в прогрессии. Хоть и помню, как оно уже выглядит, да, из позже. あなたはもうあなたし、みんなが待っているよ。事務を引き受けたのは彩香の方だろ。ごめんなさい、お兄様。大臣に祈らん。この世の平和と安らぎが続かんことを。鳴神島の民たちよ。これより 祭りの幕開けです。 Ну, хорошие ролики. Хорошо реально после истории именно. Правильно, что не до. Так лучше смотрелось. Потому что, ну, персонажа лучше понимаешь. То есть, по идее, да, сегодня я познакомился нормально с персонажем. В принципе, я доволен. Ну, опять же, братана я не знаю, кроме того, что он брат. Поэтому здесь ничего не могу сказать. Но, типа, конкретный персонаж, мы с ним какую-то историю прошли, опять же, было выстроено нормальное отношение, вот, ну и всякие тизеры, да, как дополнение, визуальные такие бонусы приятные. Так, с конец записи в его истории. Ну, логично, он же представитель сейчас семьи, а не она, ну,
младшая сестра все-таки. Так, все, теперь точно конец.